На чемпионате мира по дартсу в английском премьер-лиге Тверской триумф. После трехлетнего перерыва Анастасия Добромыслова вернула себе титул первого дротика планеты среди женщин. Восхождение воспитанницы Елены Шамаевой к высшей ступени пьедестала почета получилось по-настоящему чемпионским. В четвертьфинале и полуфинале она одержала уверенную победу сухим счетом 2-0 по сетам. В игре за выход в финал была повержена самая титулованная дартсменка планеты, девятикратная чемпионка мира Трина Гурьер. Но самой красивой получилась финальная победа. На подиуме знаменитого центра Лексайда Добромыслова скрестила дротики с первым номером рейтинга Всемирной Федерации Дартс по итогам минувшего года англичанкой Дэттой Хэдман. В первом сете успех оказался за хозяйкой турнира. Во втором Добромыслова переломила ход встречи и взяла верх со счетом 3-2 по легам. В решающем третьем сете Хэдман была разгромлена в сухую 3-0. Золото мира тверетянки принесло результативную серию на 90 очков, причем последним дротиком она попала точно в центр мишени Булл, который стоит 50 баллов. For the 2012 world title. Bullseye for Dobromyslova. She's done it! Oh, she finishes! 2012! Ladies Grand Manor with a bullseye! And the champion of 2008 is now a double world champion! Вот так со слезами на глазах Анастасия Добромыслова вернула себе титул чемпионки мира, который впервые завоевала в 2008 году. Теперь по количеству высших регалий она вторая на планете после Трины Гурьер, но Настя почти на 20 лет младше знаменитой англичанки.